Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня букс без вложений, новинка, Верстали букс, так называется. Значит, что он нам предлагает? Смотрите, апгрейд стоит 35 центов, так? Минимальный вывод 10 центов. Ну, 10 центов можно, я думаю, быстро, да, набрать, как бы. Ну, тут покупка рефералов. Далее сами посмотрите. Значит, я же зайду. А, регистрация, логин, имейл, пароль, после чего вам придет на почту письмо. Пройдете по ссылочке, подтвердите электронную почту. Вход по логину и паролю. Зайду в аккаунт. Здесь все очень просто, как в обычном буксе. Так, сейчас, секундочку. Наша домашняя страничка. И вот тут внизу сразу наша партнерская ссылочка находится. Далее что? Форум есть. Так, надо перевести на русский. Переводим на русский. Так, конкурсы, значит, заработать деньги. Как мы здесь будем зарабатывать денежку? Все очень-очень просто. Я одну рекламку просмотрела. Значит, нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Загружается рекламка. Шкала. Так, сейчас. Все. Ни капчу, ничего. Шкала загрузилась. Просмотр, денежка нам капнула. Так, закрываем страничку. Таким вот образом. Значит, давайте далее по шапке пройдемся. С рекламой понятно все. Так, здесь у нас персональные настройки. Прописываем платежные реквизиты. Здесь данные при регистрации. Что у нас здесь? Perfect, Payeer, Bitcoin и Bitcoin Cash. Так, прописываем кошелечки. Баннеры. Опять же, реферальная ссылочка и баннеры. Кто рекламит? Вот 10 центов на вывод. Далее, что баннеры? Добавить средства. Это уже по желанию. Так. Далее обновить, апгрейд, обновление. Значит, стандарт, вот мы на бесплатной основе. Так. И что? Вот, обратите внимание, здесь очень дешевый апгрейд. Сначала проверим, конечно, на вывод. Вот верса 1. Значит, смотрите, вот 35 центов, далее идет 75 центов, 1,5 доллара, ну и по нарастающей. Это сделать, если апгрейд. Так, опять учетная запись. Это по желанию и посмотрим. Главное, чтобы сначала заплатил. И на главной страничке, посмотрите, есть статистика, депозиты и выводы. Так, что у нас? Так, обновление. Так, вывод средств. Самое главное у нас. Ну и вывод. Когда будет 10 центов, можно будет поставить на вывод. Значит, ну и здесь выбираем платежную систему. И будем ставить на вывод, когда будет что выводить. Так. И здесь что у нас? Купить акции какие-то здесь есть. А это отпак. Стоимость 1 доллар. Угу, понятно. Это пакеты. Покупать. Стоимость вот доллар стоит. 120% на 30 дней.
ежедневная прибыль 4%. Но это все потом. Надо сначала, как говорится, проверить на вывод. Так, далее что у нас здесь еще? Ну, так, детали доли дохода, реклама. Так, новая рекламка у нас. Что это у нас там? Сейчас посмотрим. Угу. 1000 кликов. $2. Это выходит, что ли? Можно с пурша за баланса. Так. Здесь название, наверное, описание, ссылочка. И покупаем. Так, давайте-ка посмотрим, сюда нажмем. Да, 1000 кликов, $2 самый дешевый. Угу. Ну и по нарастающей. Понятненько. Так. Ну что у нас здесь еще? Так, реклама. Так, рент, рефералы можно арендовать. Так. Так, ну тут детали, ну вот history и виндрав history, ну и выход. Это все уже сами можно все просмотреть. Вот такой вот букс на вывод не проверен. Минимальный вывод 10 центов. Кому интересно, пользуйтесь. Будет что выводить. Естественно, буду делать видеообзор по выводу. И там уже смотреть, делать апгрейд там или от пакета покупать. Это все, как говорится, мы время покажет. Главное, чтобы платил. Но бонусы он здесь хотя бы не дает большие. Это уже есть надежда на то, что букс нормальный. Потому что когда там бонусы заоблачные, то уже знать, что фиг заплатит. Вот здесь, смотрите, это... Ой, чуть я... Не туда. Так. Ну, аев. Что-то запуталась, что-то ездит у меня. Значит, статистика программы. Вот депозиты и последние выплаты идут. Дальше статистика программы. Дней работает 4 дня. 17 января стартанул. И вот последние депозиты. Вот по 75. Кто что покупает? Вот. Но мы сначала проверим на вывод. Думаю, даже если 35 центов, там это не сильно и много, если делать апгрейд. Правильно? И даже 75 центов. Главное, чтобы платил. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Продолжение следует. До новых встреч.